Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я хочу познакомить вас с информацией по поводу проекта, который, несомненно, в будущем будет очень успешным. Этот проект реально может поменять нашу с вами идею о реальности и заставить нас думать, что мы уже находимся в будущем. Этот проект буквально унифицирует нашу виртуальную реальность и нашу повседневную жизнь. И этот проект называется Lucid. Мы используем свои смартфоны, гаджеты ежедневно, но мы даже не задумываемся, что мы можем улучшить их работу и улучшить восприятие мира с помощью простых очков. Как раз такие вот очки предоставляет проект Lucid. Команда разработчиков создает Lucid Lens. Это первые в своем роде умные очки с запатентованной технологией. Проект будет построен с использованием блокчейна, что делает его автоматически продвинутым проектом. Очки Lucid Lens будут обладать AR-дисплеем, а также будут оснащены LCD-технологией смарт-токенов. Очки будут поддерживать обзор в 120 градусов, но преимущества от проекта на этом не заканчиваются. В связи с тем, что Lucid будет запущен на блокчейне, он будет иметь открытый код и будет использовать токены Lucid, сокращенно они называются LCD. И это позволит каждому в будущем создавать собственные приложения для Lucid Lens. Вот здесь на их официальном сайте приведено видео, с которым вы можете ознакомиться и в котором есть очень подробная информация, и можно представить, как будут работать эти очки. И для развития своего проекта команда решила провести ICO и пред-ICO, и будет у них выпущено 100 миллионов LCD-токенов, и максимальной их целью является привлечение средств 10 миллионов долларов. LCD-токены будут распределяться разработчиками за нативный оригинальный контент наряду с традиционными доходами с приложений. Создаются новые блоки за такой контент, как AR-приложение и медиа-контент. Также LCD выпускаются на основе оценок пользователей, и пользователи будут получать LCD в зависимости от важности и качества отзывов разработчикам. Участие в бета-тестировании, выставление оценок, написание обзоров и отправка отчетов об ошибках также способствует выпуску LCD. Также Lucid Lab будет следить за созданием нативного контента и интересом пользователей к линзам Lucid Lens. Прежде всего, контент Lucid будет размещен в магазинах iOS, Android устройств. LCD можно продать или использовать для покупки AR-продуктов Lucid. И вот здесь мы видим дорожную карту. Вот уже 17 октября будет начало предпродажи LCD-токенов. Затем 31 октября будет окончание предпродажи и начало основной продажи. А 30 ноября будет окончание продажи токенов. И уже в декабре 2017 года будет разработка бренда, ПО и продуктов. А в июне 2018 уже будет разработка первого прототипа очков. В октябре 2018 года компания проведет тестирование продукта, и в первом квартале 2019 года планируется выпуск линз Lucid Lens для держателей LCD-токенов. И также есть прогнозы Greenlight Insights. Капитализация рынка AR достигнет 36,5 миллиардов долларов к 2023 году уже. Теперь хочу рассмотреть с вами более подробную информацию по поводу самих очков. Вот она здесь тоже на сайте приведена и расписана, как будут устроены эти очки. В центре будет находиться фронтальная камера для записи фото и видео и определения объектов. Угол обзора будет составлять 120 градусов. Также в оправу будет встроен микрофон для
управление и общение во время звонков. В очках присутствуют также LSD-микроэкраны нового поколения для HD-контента. В дужке очков будут встроены наушники. А зарядка этих очков будет осуществляться беспроводным способом через специальную подставку. Также эти очки могут использоваться с линзами для коррекции зрения и удобная конструкция для долгого ношения очков. А включаются и выключаются такие очки путем складывания и раскладывания дужек. То есть вообще очень простое управление и очень интересная вещь, в которую встроено много чего. В обычные очки, казалось бы, так много функций встроено. Вот на официальном сайте можно найти много информации. Вот одно видео, я думаю, будет очень интересным к просмотру. Также хочу вам сказать, чтобы посоветовать следить за новостями и обновлениями в их соцсетях. Это Twitter и Facebook. Здесь тоже можно найти новую информацию по поводу проекта. Так, Facebook. Также есть на Bitcoin Talk их вот официальная англоязычная ветка. И также есть перевод на русский язык. Также действует баунти-компания проекта Lucid, благодаря которой вы сможете заработать токены компании за выполнение определенных действий и участие в определенных компаниях. Вот, ну и хочу немножко подытожить и сказать, что в принципе, как все поняли, это будут созданы легкие и мощные смарт-очки, которые как бы будут в отличие от других доступных AR-устройств, они будут выглядеть и ощущаться как настоящие флагманы, не привлекая ненужного внимания на носящего их пользователя. То есть они будут выглядеть, в принципе, как обычные очки, но содержать в себе такие вот интересные функции. И уникальная форма оптики позволит оптимизировать угол обзора пользователя. Также в них имеется множество вариантов управления, включая управление голосом, глазами и распознание жестов пальцами. Также у них присутствует улучшенная система определения объектов нового поколения, и которая отлично подходит под качественный AR-интерфейс. Ну и в принципе на этом я хочу закончить свой обзор. Очень интересная компания, можно еще много говорить, но все ссылки я приведу в описании. Желающие еще могут ознакомиться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание, пока!